ничего не делаем, поэтому чуть поближе друг к другу, не совсем ожерелье, когда вот. Внизу, чтобы по этим морщиночкам пройти. Иголочка 4 мм, нет смысла работать, да? Вернее, очень удобно. Я не знаю, если вы привыкли туда, мне как-то для биоревитализации больше это нравится. Да. Слушай, что если тонкая кожа, то 4 мм берете, ну как так? Нет, ну а длина просто здесь, это... она короче и просто, ну не знаю, кто как привык. Когда щечку, то здесь, ну, здесь не до конца, естественно. То есть это, да, ну, на 2-3 миллиметра, да, вот таким образом. И вот прям рядышком, рядышком. Вот когда образуется, вот так вот, вот смотрите, здесь, вот видите, разряженная ткань. Чтобы создать плотность. Нет, ввели и вышли. Он сам очень жидкий, он там распределится сам. И потом убираешь, трогаешь. Плотность ткани восстанавливается. Вот они тоже так дают, что при восстановлении плотности ткани можно таким образом.